Всеобщая радость на фоне напряженности. На границе Индии и Пакистана воодушевленная публика с флагами и плакатами готовилась к встрече пилота, освобожденного Исламабадом в качестве жеста доброй воли. Передача командира звена ВВС Индии Абхинандана Вартамана состоялась на несколько часов позже запланированного по неизвестным причинам. Накануне пакистанские телеканалы транслировали видеообращение пилота, в котором он рассказывал о том, что военные Пакистана спасли его от самосуда, оказали медицинскую помощь, а также, что индийские СМИ преувеличивают факты о пакистанской армии. В среду Исламабад сообщил, что сбил два самолета ВВС Индии, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. По версии Нью-Дели, в воздушном бою обе стороны потеряли по истребителю.